Добрый вечер, наши самые любимые телезрители. Завтра 1 июня, лето и практически профессиональный праздник у всех детей. День их защиты. Как живется современным малышатам и, собственно, от чего же их нужно защищать? Об этом мы будем говорить сегодня с нашими гостями, детишками. Они очень разные. У них разный возраст, разный пол, у них разные интересы, и поэтому их мнение, я надеюсь, что будет сегодня очень нам, взрослым, полезно. Наш телефон 356-90. Звоните к нам сюда и выигрывайте призы от наших партнеров программы. Огромное спасибо за то всем партнерам программы, за то, что вы уже столько лет помогаете нам дарить радость. Итак, мы начинаем. Магазин «Гермес» по адресу улица Гагарина, 36, в связи с закрытием приглашает всех с 1 по 30 июня на грандиозную распродажу. Летняя коллекция одежды и обуви. Спешите, количество товара ограничено. Магазин «Гермес», улица Гагарина, 36. Огромное спасибо магазину «Гермес». Вы наш очень давний и очень любимый партнер программы. С вами очень приятно и легко работать. Огромное спасибо всем вашим сотрудникам. И этот приз, подарочный сертификат на 1500 рублей, получит телезритель, который дозвонится к нам сюда в студию по телефону 356-90, ответит на мой вопрос и обязательно правильно ответит. А у меня мой первый гость – Максим. Тебя зовут Максим? Да. Скажи, пожалуйста, сколько тебе лет? Шесть. Уже шесть. Ты просто не заметил, да, как шесть исполнится? Я знаю, что ты осенью идешь в школу. Да. А ты хочешь в школу идти? Да. А почему? Вот я вот, допустим, в школу не хочу. Почему ты хочешь? Потому что там можно получить знания и пойти на работу, зарабатывать деньги. Вот так вот, да? Если не идти в школу, то не заработать деньги и не смог без игры выиграть. Без ЕГЭ? Без еды. Без еды. То есть ты идешь в школу, чтобы покупать еду? Да. Ну, молодец. А что, кроме еды, ты что будешь покупать? Ну, еще всякие нужные вещи. Ну, какие тебе вещи нужны? Ну, шкаф для квартиры, если я поменяю, например. Ага. А еще что? Стул. Стул нужен? Стол. Ну, вот и все. А что тебе еще надо? Полка. Ну, что ты на нее поставишь? Ну, макет солнечной системы. Макет солнечной системы, еще что там немножко места останется. И всякие нужные школьные вещи. Хорошо. Какое прилега ко мне там. Хорошо. Максим, давай сегодня ты будешь добрым ведущим, а я буду злым ведущим. Договорились? Хорошо. Вот сейчас у нас есть звоночек. Кто-то хочет попытаться ответить на мой вопрос. Где твоя мама работает? Скажи мне, пожалуйста. В Меридиане. А раньше это как называлось? ДКЖ. ДКЖ. Значит, первый вопрос будет касаться ДКЖ. Уже так подсказываем. Запомни, ты добрый ведущий, хорошо? Ты подсказываешь. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Елизавета Ивановна. Елизавета Ивановна, огромное вам спасибо за звонок. Вы сегодня первая. И мой вопрос таков. В 1954 или 56 году, не могу сказать точно, потому что два разных источника. Перед ДКЖ, там работает у Максима мама, была поставлена новогодняя елка. Очень необычная, впервые именно такая. Какая? Еще не было памятника, естественно, Ленину. Не было сквера, но поставили эту елку. И больше такого никогда не было. Какая это была елка? У вас нет времени практически думать. Елка с пихты, наверное. Нет, нет, абсолютно нет. Максим, ты же добрый, ты должен подсказывать. Вот давай, слушай, вопрос. Нет. Ну, из пихты, я думаю, что елку из пихты давно, как бы, давно не новость. Из сосны ставим елку, из чего угодно. Наш телефон 356-90, мы говорим про ДКЖ, про 54-й или 56-й год, в разных источниках по-разному. Так вот, тогда перед ДКЖ поставили огромную новогоднюю елку. Что на елку вешают обычно? Украшения. Какие, например? Шарики. Были шарики.
Гирлянды. Гирлянда на ней была, ничего необычного. Что еще? Звезда золотая. Вот, вот, тоже все было, но была какая-то необычность. У нас есть звоночек, запомни, ты добрый ведущий. Я злая, ты добрый, хорошо? Угу. Все. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Как вас зовут? Анатолий Сергеевич. Анатолий Сергеевич, итак, были ли вы в районе ДКЖ в 54-м году? К сожалению, нет. А в 56-м? Тоже нет. То вы еще были, наверное, зелены и молоды. Так вот, вот как мне сказал мой добрый ведущий, там были и шарики, и гирлянды, ничего необычного. Но была одна очень необычная вещь. И вот в Печорском историко-краеведческом музее, когда была выставка к юбилею ДКЖ, была эта фотография этой елки, и было подписано, что в ней было необычного. Да. Что в ней было необычного? Можно отвечать уже, да? Да. Вот прежде чем ответить, я хочу поделиться с вами радостью, что дозвонился до вас. Наконец-то. Вы часто много раз пробовали? Очень много раз пробовал, но не везло. Вот сегодня, наверное, вот у вас сейчас началась белая полоса в жизни. По ней смело вперед идите. Но ты же добрый, советуй ему что-то хорошее человеку. Скажи, удачи. 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 Вот видите, он добрый, а я злая, поэтому я вам не буду ничего больше подсказывать. Говорите ваш ответ. Спасибо. Я знаю, что она крутилась. Мне сейчас очень хочется, чтобы и вы, Анатолий Сергеевич, и ты, Максим, громко-громко закричали «Ура!». 3-4. Ура! Ну, Анатолий Сергеевич еще немножко подучится. Абсолютно верно. Эта елка крутилась. Я вам не могу, мне никто не может рассказать, почему она крутилась. Какой был механизм? Вручную ее крутили. Или какой-то был, ну, наверняка был какой-то механизм. Но удивительно, 50-е годы. И уже вот такая здоровская вещь. Больше это никогда, к сожалению, не повторялось. Не бросайте трубочку. Сейчас наш оператор объяснит, когда и где вы сможете получить свой приз. И сразу хочу сказать, что мы будем обязательно фотографироваться. Вы же должны остаться, все победители программы должны остаться на память, что вот вы участвовали в нашей программе и вы стали победителем. Молодец человек. Как ты думаешь, Максим, тот человек, который к нам дозвонится, он молодец? Да. У него... Ты скажи, пожалуйста, ты точно будешь стараться в школе? Ты точно будешь краков в школе? Нет, повторять мне не надо. Я тебе за вопрос задаю. Ты будешь стараться в школе? Да. А если у тебя будет двоечка? Я ее исправлю. А ты очень расстроишься? Ну, не очень. Я ее могу исправить. Вот мне очень нравится твой настрой. И за то, что ты такой молодец, за то, что ты не отчаивайся, я тебе дарю подарок. Вот этот вот подарок предоставил генеральный партнер нашей программы, магазин «Сороковой». Что там? Ты потом вместе с мамой посмотришь. Хорошо? Договорились? Огромное тебе спасибо. Вот дарю тебе вот этот подарок от партнера программы. Пока не смотри, пока это секрет. А спасибо. Домой, когда подожди, не уходи. Домой, когда придешь, маме задай вопрос, какая елка была в 54-м году перед ее работой, хорошо? Да. А если она не ответит, поставишь ей двойку. Но она ее исправит, не расстраивайся, ладно? Все. Огромное вам спасибо всем телезрителям, кто к нам звонит. Наш телефон 356-90. И приз от партнера нашего постоянного программы магазина «Гермес» уже достался первому счастливчику. Давайте познакомимся со вторым партнером программы, который тоже предоставил нам приз. В новом торговом центре «Комфорт» можно одеться с ног до головы всей семьей. Здесь вы непременно подберете обувь к любому наряду и на любой сезон. Вас порадует большой выбор одежды по демократичным ценам, а также постельные принадлежности, игрушки, сумки, портфели и многое другое. Все покупатели, совершающие покупки от 1000 рублей, получают постоянную скидку 20%. Торговый центр «Комфорт». Вас будут рады видеть по адресу Печорский проспект, 72А, территория межрайбазы.
Мы с вами снова в прямом эфире. Наш телефон 356-90. Я надеюсь, что сейчас будут звонки, и люди будут правильно отвечать на мой вопрос. Если есть, если вам есть уже 18 лет, к сожалению, такое законодательство, и вы еще ни разу к нам сегодня не звонили, звоните и выиграйте призы. Мой следующий гость – Дима. Дима, скажи, пожалуйста, вот ты уже достаточно взрослый человек, да? Ты же не лялька. Нет. Не лялька. Ты вот и скажи, пожалуйста, ты играешь вот в такие вот игрушки мягкие? Нет. Ну, а когда ты был маленький, ты играл? Наверное. Ну, наверное, ты просто не помнишь. Я хочу сказать, что этого большого-большого медведя предоставил партнер нашей программы «Магазин Комфорт». Огромное вам спасибо. Мы с вами сотрудничаем не очень давно, но всегда это очень приятно. И этого медведя, который вот я к Диме посажу поближе. Вот. Просто вот даже вот ручку на него положит. Выиграет человек, который позвонит нам в студию по телефону 356-90 и правильно ответит на мой вопрос. Дим, вот к вопросу тому, что вот завтра праздник, ты знаешь, у тебя да. День защиты детей. Ты как-то отмечаешь его? Ну, не знаю, я еще не знаю. Ну, то, что завтра будет и на площади юбилейный будет праздник, и в досуге будет праздник, знаешь, да? Да. Да, куда ты пойдешь? На юбилейную площадь. Ну, я тоже думаю, что мы там завтра с тобой встретимся. Вот, Дим, разговор серьезный. Завтра день защиты детей. Вот как ты думаешь, от чего детей надо защищать? От всяких хулиганов, от злых людей. Ну, вот хулиганы. Хорошо. А как их надо защищать от хулиганов? Не знаю. Ну, вот, допустим... Вот, допустим, идешь, ты со школы сам ходишь уже? Да. Потому что ты уже взрослый, да? Тебе 10 лет. 9. Ну, 9. Ну, скоро будет 10. Угу. Вот. Если навстречу тебе идет хулиган, что ты должен сделать, как себя вести? Не обращать внимания, обойти мимо и не говорить ему. У тебя были в жизни хулиганы уже? Встречались тебе? Один раз. Один раз? Ну-ка, расскажи. Ну, я хотел мальчику лизянку дать, и неправильно ему предложил, и он ее выкинул. И я пошел за ней. А как, это... как неправильно предложил ледянку? Как, что значит неправильно? Хочешь ледянку покататься? И он сказал, ты какой-то не очень, и выкинул ее куда-то далеко. Ничего. Я за ней побежал. Ничего себе, какой неблагодарный. То есть, оказывается, детей надо защищать от детей иногда? Ну, ему было, наверное, там 12 лет. Ну, он взрослый уже, старше тебе. Старше тебя явно. Ну, да. Но все равно он не такой взрослый, чтобы не понимать, что он делает. Итак, наш телефон 356-90. Мы сейчас разыгрываем приз от партнера программы. Вот этого очень... Вот потрогай его за лапку. Приятный, да? Очень приятный медведь. У нас есть звоночек. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Виктория Филиппова. Виктория, скажите мне, пожалуйста, где были вы... Я задам вам такой заранее банальный вопрос. Где были вы в 49-м году? Ой, даже в проекте не было. Даже в проекте не было. Поэтому Виктория, имя Виктория, не называйте сейчас в ответе. А скажите мне, пожалуйста, имя первой девочки, вот, которая официально зарегистрирована как новорожденная у Печорского района, вот конкретно Каниного носа. Вот Канин нос, первая официально зарегистрированная новорожденная. Как ее звали? Можно просто имя. В те времена было модно называть Таня, Мария. Давайте Татьяна, у меня тетя Татьяна зовут. Увы, это не Татьяна, но имя очень хорошее. У меня тетя тоже зовут Татьяна. Хорошо, Дим, скажи мне, пожалуйста, вот как родители, что должны родители сказать своим детям, как они должны их научить правильно себя вести при встрече с хулиганами? Что тебе твоя мама говорит? Не обращай внимания на него, обойти мимо, если он, ну, пристает к тебе, и не отвечать ему, а то он будет еще больше нервировать. Нервирует, и будет очень обидно. Да. А ты согласен с этим? Да. Скажи, пожалуйста, а вот кто-то говорит, что надо, наоборот, надо дать ему так, как следует, чтобы он больше не лез. Как ты считаешь? Ну, я бы так сделал, если бы он пристал, бил меня тоже. Ты бы так сделал? Да. Ты считаешь, что сдачи надо давать? Ну, да. А первому драться? Нет. Нет. Скажи мне, пожалуйста, приходил, ты вообще ты драться умеешь? Ну да. Да. А где с девчонками как? Потому что девчонки бывают ужасно вредные. Не, я с ними не дрался еще. Еще, то есть перспектива есть? Да. Ну, потому что вести себя тоже иногда не умеют, да? Давай с тобой договоримся, что с девчонками, когда девчонки будут вредничать, а они вредничают, ну давай говорить правду. Ты просто так вот сделаешь ручку, вот так, сделай ручку. Вот так, ты скажешь... Не подходи ко мне, иначе я за себя не отвечаю. Хорошо?
Не подходи ко мне, не создавай себе проблемы. Договоримся? Угу. Мы их бить не будем, конечно, но вот так, чтобы они к нам больше не лезли, мы будем говорить. Хорошо. Хорошо. Наш телефон 356-90. Мы сейчас разыгрываем приз от партнера программы вот магазина «Комфорт». Вот этого мягкого. Хотела сказать Диму, но Дима такой тверденький, не мягенький. А медведь мягенький. И мы сейчас с вами говорим о первой... новорожденный официально Печорского района. Вот ее имя записали прямо вот. У нас есть звоночек. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Яна. Яна. Итак, я от вас жду только одно женское имя. Анастасия. Анастасии нет, к сожалению. Я вам скажу, что имя это... Вот сейчас почему-то это имя женское, оно как-то вот не особо распространено. У меня всего две знакомые с этим именем. Ну вот, а на самом деле имя очень красивое. Сразу хочу сказать, что фамилия у этой девочки была Жук. Вот просто Жук, понимаешь? А вот имя ее я хочу от вас узнать. Итак, наш телефон 356-90. Мы работаем в прямом эфире. Дима, скажи, пожалуйста, вот ты ходишь в школу? Да. Сам? Да. И из школы тоже сам? Да. Сколько должно быть ребенку, чтобы он уже сам ходил в школу? Вот сейчас ему можно? 7 лет. То есть с первого класса уже можно ходить самостоятельно? Я с первого класса сам ходил. Меня сначала родители провожали, а потом уже нет. А почему они перестали тебя провожать? Потому что они увидели, что ты уже готов ходить сам? Да, сначала боялся через дорогу переходить, а потом они мне объяснили правила дорожного движения, и я начал сам переходить. А какие правила дорожного движения? Сначала посмотреть направо, потом налево, убедиться, что не едет, останавливается машина, и потом уже можно идти. Вот. Было ли такое, что тебя на пешеходном переходе, а я знаю, что ты учишься в гимназии, и рядышком есть пешеходный переход, и вот тебя не пропускали машины? Бывало так. Поэтому лучше все-таки подождать, да? Ты абсолютно прав. У нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Как вас зовут? Ольга. Я от вас жду всего одно имя. Я прослушала, конечно, вопрос. Ну хорошо, давайте вам напомню. Я прослушала фамилию. Так, давайте сначала скажу вам о том, что мы сейчас разыгрываем приз от нашего постоянного партнера. Это магазин «Комфорт». Вот этот мягкий, большой мягкий медведь будет вам, будет именно ваш, если вы правильно ответите. Имя девочки, я уже сказала, что ее фамилия Жук, но она первая официально зарегистрирована новорожденная Печорского района. 49-й год. Да. Может, Наталья? Нет, к сожалению, нет, не Наталья. Наталья красивое имя. Еще раз хочу сказать, имя сейчас это почему-то, не очень распространено. Сейчас скажи, пожалуйста, девочки, с какими именами в твоем классе сейчас очень много? Какие сейчас популярные имена у девочек? Да. Например, кто у вас есть? Полины две. Полины две, да? Потом Ксюша две. Две. И все, наверное. Ну, это не Полина и не Ксюша. У этой девочки была фамилия Жук, но имя у нее было такое, которое сейчас почему-то, считается редким. У нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ваше имя, пожалуйста. Меня зовут Наталья. Наталья, очень приятно вас слышать. Как звали первую девочку Печор? Ну, назовем так, первая официальная девочка, прям такая зарегистрированная, правильно все. Предположу, что ее звали Ольга. Нет, к сожалению, это не настолько сейчас редкое имя. Это красивое имя, но не оно. Итак, наш телефон 356-90. Ребята, его даже уже фамилии. И вот если мальчик, он был Славик Комиссаров, вот первый официально зарегистрированный мальчик, а девочка, вот вы мне скажете имя, а ее фамилия была Жук. Мне даже очень интересно, что какая судьба у этого человека сложилась. Если, чем черт не шутит, человек... живет в городе или в районе, будет очень интересно, или его близкие нам позвонит, и мы с удовольствием с вами встретимся. У нас есть еще звоночек. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Ксения. Ксения, немножко погромче. Итак, имя этой девочки? Августа. Нет, вы уже немножко, уже как-то вот, я думаю, что сейчас это, наверное, такое вот имя Августа возьмут многие на вооружение. Нет, к сожалению, нет. Это имя очень простое, такое красивое, редкое. Сейчас редкое. А раньше, многих девочек называли этим именем. Скажи, пожалуйста, вот какие ты можешь сейчас, как уже достаточно взрослый человек, ты четвероклассник, так? Да. Ты перешел в 4-й класс, у тебя уже есть опыт какой-то, да? Угу. Вот какие ты можешь дать советы
тем, кто только идет в школу. Как себя вести по дороге в школу, как себя вести на переменах со своими одноклассниками, со старшеклассниками. Вот какие-то советы дай людям. Первоклассникам? Да. Ну, чтобы они, когда шли, ну, например, в школу или домой, шли и... То есть аккуратно шли, да? Да. Начнем с того. Чтобы их никто не побил там, а то бывало, так я видел, когда проходили, их просто там как-то за капюшон дергали. А посоветуешь ли ты им, чтобы у них были друзья, которые могут вот все вместе и за друга постоять? Да. Да, у тебя есть такие друзья? Ну да. Это хорошо? Да. Это я рада за тебя. У нас есть звоночек. Алло, здравствуйте. 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 Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Альбина Леонидовна, я бы хотела ответить на вопрос. Я буду с огромным удовольствием выслушаю ваш ответ. Я думаю, что ее звали Майя. Нет, к сожалению. Но мне ваш вариант, мне и ваше имя нравится, и ваш вариант тоже нравится. Нет, это не настолько, ну скажем так, это очень простое имя. Очень-очень простое. Девочки фамилия Жук. А как звали ее? Хорошо. Когда у тебя появились друзья? С первого класса. С первого класса. Это очень хорошо? Ну да. А почему хорошо, что у тебя есть друзья? Ну потому что когда нет друзей, как-то скучно и ну просто как-то ну одиноко. Ты защищал своих друзей? Да. А тебя? Да. В каких ситуациях? Ну там, например, вот Вова заступался за меня, когда мальчик ко мне пристал, и он просто сказал: не лезь к моему другу, и начал ну, отталкивать его и говорить: не лезь. А ты? Ну, я тоже его бывало там, помогала ему, когда он дрался с кем-то, и я успокоюсь, говорил. Угу. Успокойтесь. Ну, ты настоящий друг, да? Ты молодец. У нас есть звоночек. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Тамара. Тамара, я жду от вас всего одно очень простое женское имя. Сейчас совсем не распространенное, оно очень простое. Вот первую девочку Печорского района официально зарегистрировано, звали именно так. Я думаю, что Евдокия. Нет, к сожалению. Но имя, но ваш вариант тоже очень красивый. Между прочим, у меня сейчас есть одна знакомая, которая свою дочь назвала именно так. Это другое имя, очень простое, очень милое, очень нежное. С него можно очень разных, много разных вариантов таких нежных придумать. Скажи, пожалуйста, ты счастливый человек? Ну, не очень. А почему? Ну... Что приносит тебе счастье? От чего ты счастливым становишься? Если мне что-нибудь купят такое дорогое. Угу. И... когда я уставший, ко мне никто не лезет, я спокойно отдыхаю. Ты чувствуешь себя счастливым? Да. А почему ты считаешь, что ты не очень счастливый? Тебе все лезут, когда ты уставший? Ну, это, во-первых, и еще во-вторых, то, что, ну, наша семья такая не очень богатая, и... Мечтать, ну, как бы. То есть есть такие вещи, которые вы не можете позволить. Ну, послушай, Дим, в каждой семье есть у каждой семьи есть такие вещи, которые конкретно семья не может купить. Ну и бог с ними. Ну, да вырастешь, ты себе купишь сам, да? У нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Ищаев Иван Петрович. Иван Петрович, я очень жду от вас всего одно женское имя. Галя. Абсолютно правильно, это Галя. Абсолютно правильно. Пожалуйста, не бросайте трубочку. Сейчас наши операторы объяснят вам, как вы можете получить наш приз. Это будет в понедельник, вы придете, мы с вами поздороваемся, познакомимся, сфотографируемся обязательно. Вы молодец. И вот этот приз от нашего партнера программы магазина «Комфорт» очень, я хотела бы сказать, этот мальчик, но мальчик нам самим нужен. Вот этот медвежонок мы дарим именно вам. Дима, я тебе хочу сказать, чтобы я тебе очень желаю, чтобы ты был счастливым человеком. Спасибо. Чтобы на все, и вот все то, что вы не можете купить, чтобы ты сказал, ну и бог с ним. Зато у тебя что есть? Мама есть? Да, братик. Братик есть? Да. Друзья есть? Да. В школе двойки есть? Да. Ну, видишь, я полный комплект для счастья. Двойки исправил?
Ну да. Ну ты ж молодец, значит все хорошо. Я желаю, чтобы у тебя было все в жизни именно так, хорошо? Хорошо. А теперь я хочу подарить тебе приз от партнера нашей программы. Огромное спасибо магазину «Сороковой», который называется. Вот эти призы для всех наших участников программы предоставил именно этот генеральный партнер. Я тебе сейчас его дарю. А дома с мамой посмотришь, все. Хорошо? Не переключайтесь, наш телефон 35690, и давайте познакомимся со следующим партнером программы, который предоставил нам приз. Огромное спасибо партнеру нашей программы, салону оптики «Новый взгляд», за предоставленный приз. Он достанется именно вам, если вы позвоните и правильно ответите на мой вопрос. И сейчас у меня самая юная соведущая. Как тебя зовут? Аня. Анечка. Анечка, скажи, пожалуйста, тебе сколько лет? 5. Ох, ты уже взрослая барышня. Ты через 2 года в школу уже пойдешь, получается? Да. Ну, вообще, очень, очень серьезный уже ты человек. Скажи мне, пожалуйста, Аня, какой завтра праздник ты знаешь? День защиты... Кого? День защиты слонов, может быть? Ну, или, может быть, дельфинов? Как ты думаешь? Ну, пусть будет дельфинов, хорошо? Хотя на самом деле детей. Вот скажи, пожалуйста, ты счастливый ребенок? Ну-ка расскажи, что у тебя есть? Кто у тебя есть? Ну, во-первых, у тебя есть мама. Кто еще? Папа. Папа, еще кто? Сестра. А как сестру зовут? Ксюша. Ксюша. Кто еще у тебя есть? Кот. Кот. Да, вот ты абсолютно счастливый человек, получается. Так? Ну, ты счастливый человек. Хорошо, давай мы с тобой договоримся. Ты будешь сейчас добрый ведущий, а я буду злой ведущий, хорошо? Я очень люблю быть злым ведущим. Ты же не хочешь быть злым ведущим? И ты будешь тем, кто к нам сейчас сюда позвонит по телефону 35690 и попытается выиграть этот приз, ты будешь помогать, хорошо? А я буду мешать. Я очень люблю быть злым ведущим, хорошо? Договорились? Дай пятюню. Молодец. У нас есть звоночек, насколько я понимаю. Ага, сорвался. Итак, наш телефон 35690. Мы сейчас разыгрываем приз от партнера нашей программы. Это сертификат «Салон оптики «Новый взгляд». Мы работаем в прямом эфире, и сейчас моя соведущая Аня. Скажи, пожалуйста, Аня, а много ли у тебя игрушек? Да. Как ты думаешь, у ребенка должно быть много игрушек, чтобы он был счастливым? Ну, вот, а какая вот самая тебе нравится больше всего? Которая, ну, которая там за там кружочек тянешь, и там музыка играет. То есть это твоя любимая игрушка? За кружочек тянешь, и музыка играет? Боже мой, бедные родители, мы покупаем дорогущие куклы и машины. А самое прекрасное в жизни для счастья ребенка – это кружочек, который тянешь, и музыка играет. Так? Так. Хорошо. Итак, у нас есть, запомни, ты добрый ведущий, я злой. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Нет, меня зовут Ольга. Ольга, хорошо. Я с удовольствием вручу вам... Оля, приз от нашего партнера программы «Салон оптики «Новый взгляд»» – это сертификат, если вы правильно ответите на мой вопрос. Вот на днях было такое вот событие, одно из детских учреждений города, прекрасное учреждение, там работают замечательные люди, туда ходят заниматься замечательные дети, отметила свой 70-летний юбилей. 70 лет, вы представляете, в масштабах нашего небольшого города, по-моему, это ну, огромная дата. Итак, какое учреждение? Это может быть администрация? Ага, администрация, ну там наверняка работают прекрасные люди и ходят туда прекрасные дети. Но, к сожалению, это не так. Отвечать можно только один раз. Ну, в администрации наверняка работают прекрасные люди, но это детское учреждение. В администрации все по-взрослому. Скажи мне, пожалуйста, ты ходишь на какие-то кружки заниматься? Ну, раньше ходила. Когда молодая была, да? Нет, когда мне 5 лет тоже было. Ну, когда
когда 23 мая было. 23 мая ты ходила. А что ты там делала? Пела. Ох, а какую песню ты пела? Разные. Разные. Ты хорошо поешь? Ну, куплетик, спой какой-то песни. Какой? Ну, какую тебе вот сейчас захочется? Захочется. Я третий хочу. Давай. Второй спел. Давай. Первый. Ну, любой, какой тебе хочется. Давай, один куплетик. Солнечки краше и солнце милей. Та, что зовется мамой моей. Мамочка милая, мама моя, как хорошо, что ты есть у меня. Мамочка милая, мама моя, как хорошо, что ты есть у меня. Я могу сказать, что ты поешь отлично. Дай пятюню. Молодец. У нас есть звоночек. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Кристина. Итак, ваш ответ. Какое же детское учреждение города, и это не администрация, отметила совсем недавно 70 лет? ДТЮ. Вы ж моя умница. Правда, это ДДТ, Дом детского творчества, но тем не менее, да. Скажите мне, пожалуйста, умеете ли вы кричать слово «ура» так, чтобы я поняла, сможете ли вы так крикнуть, чтобы я поняла, да, вы молодец, вы рады? Ура! Ты добрый ведущий. Хорошо тетя кричит? Хорошо? Похвали ее. Скажи «молодец». Молодец. Молодец. Мы вас поздравляем. Приз от партнера нашей программы салона оптики «Новый взгляд» достается именно вам. Не бросайте трубочку. Тетя, молодец. И ты молодец. Ты была добрым ведущим, и ты ее похвалила. Знаешь, как ей сейчас приятно, да? Думаешь, приятно? Конечно. Не бросайте трубочку. Сейчас наши операторы объяснят вам, как и когда вы ко мне придете. Мы с вами сфотографируемся обязательно вместе с этим призом, чтобы я могла показать дамам из салона оптики, что вот эта вот женщина выиграла ваш приз. И наш телефон 356-90. У нас еще есть призы, у нас есть еще соведущие. Не отходите от телевизоров, просто берите трубку и звоните нам. А сейчас давайте познакомимся со следующим партнером программы. Сетевой магазин «Планета одежда обувь» приглашает за выгодными покупками. Здесь представлены более 15 тысяч моделей товаров. Одежда, обувь, текстиль и многое другое. Магазин объявляет розыгрыш. При покупке товаров на сумму от 1000 рублей вы получаете купон на розыгрыш, который состоится 9 июня в 17 часов возле магазина. Главный приз – путевка в Крым. Также будут разыграны бытовая техника и другие призы. А сейчас мы с вами поговорим про «Планету одежда обувь». Огромное спасибо этому магазину, с вами действительно приятно работать. Вы четко знаете, чего вы хотите, мы четко знаем, что мы можем вам предложить и чего хотеть от вас. И у меня сейчас соведущая, ее зовут Ксения. Ксюша, да? Угу. Вот Аня – это твоя сестренка. Да. Вот, Ксюш, знаешь, о чем я хочу с тобой поговорить? Завтра день защиты дельфинов, знаешь, да? Вот. Вот. А послезавтра день защиты слонов. Нет? Ну, Аня сказала, что дельфинов, а я как бы так, ну, ей поверила. Кого завтра защищаем-то? Детей. Детей. Вот скажи, пожалуйста, ты ребенок? Ну да. Ну да, ты еще ребенок. Было ли в твоей жизни такое, когда ты сталкивалась вот с хамством, и ты считаешь, что ребенок не должен сталкиваться с такими ситуациями? Ну да, у нас в классе постоянно, ну, плохие слова говорят там, бронятся, даже матерятся иногда. Тебе это не нравится? Не нравится. А допустим, на улице, или в магазине, или в автобусе. Слышала? Нехорошие вещи. Ну, тоже слышала. Иногда да. Да, вот как должен реагировать ребенок, если он слышит, что ему хамит или грубит взрослый человек? Ну, не очень хорошо воспитанный. Ну, как? Как реагировать? Это же неправильно. Ну, как? Не знаю. Хорошо, а если ему хамит его одногодок, его сверстник? Как ты реагируешь на хамство? Ну, согласись, ненормально, когда ребенок сталкивается с хамством. Ребенок должен быть счастливым и спокойным. Мне кажется, сказать ему, что это некрасиво говорить такие слова. Слова, да?
что я от тебя не ожидала, да, таких плохих слов. И при мне, пожалуйста, такого больше не произноси. Так? У нас есть звоночек. Напоминаю, что наш телефон 356-90. Ксюша сегодня добрая ведущая, а я, Чурики, буду злая. Вот, ну, можно? Или ты хочешь быть злой ведущей? Я хочу быть злой. Тогда ты будешь хвалить человека, хорошо? Сейчас я подниму трубочку, ты с ним поздороваешься, и будешь очень вежливой. Ты же хорошая сегодня. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Будь здравствуйте. Хорош. Здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Ольга. Ольга, хорошо. Насколько я понимаю, вы позвонили сюда ко мне, чтобы выиграть приз от партнера программы «Планета, одежда, обувь». Ну, надеемся. Ну, наверное, вы в отпуск собираетесь, и вам гардеробчик пора обновлять, не так ли? Так-так. Так-так. Мы вам в этом поможем, если вы правильно ответите на мой вопрос. Итак, в 56-м году в Печоре была открыта первая музыкальная школа. Где? Вопрос мой, где эта школа располагалась? 56-й год. Первая музыкальная школа. Там, правда, училось всего 80 человек, немного, но тем не менее. Где она находилась? Ну, сейчас она в спортивной находится, а тогда... Ну, вот ваши варианты. Где могли рядом быть люди, которые способны были создать эту музыкальную школу? Пусть, может быть, несколько примитивно. Конечно, не так, как сейчас. Где она была? Ваш ответ. У вас нет времени. К сожалению, да, затрудняемся ответить. Ну, может быть, первые... Ну, где? Давайте я засчитаю, что ответа у вас нет. Хорошо? Ага. Хорошо. Хорошо. Итак, наш телефон 356-90. Скажи, пожалуйста, ты занимаешься творчеством каким-то? Да. Скажи, пожалуйста, вот завтра день защиты дельфинов и детей. Должна ли у ребенка быть возможность заниматься творчеством? Думаю, должна. Почему? Ну, потому что... Зачем тебе это надо? Не знаю, мне интересно, ну... Мне интересно, я считаю, что мне это когда-то не будет пригодиться. Чем ты занимаешься? Я занимаюсь вокалом и танцами. Бальными танцами? Нет. Теперь уже современными. Современными. Почему? Ты бальными же тоже занималась? Раньше. Раньше, когда молодая была. Да? Сейчас. Хорошо. У нас есть звоночек. Мы с тобой еще обсудим эту тему. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Татьяна. Татьяна. Так, добрый ведущий, здоров. Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошо, Татьяна, скажите, пожалуйста, где располагалась первая музыкальная школа? Если я не ошибаюсь, то это возле 49-й школы по улице Московская. К сожалению, нет. Там, конечно, была музыкальная школа в двухэтажном таком шлакоблочном доме, но до нее еще, я вам хочу сказать, что открыли ее энтузиасты практически. Их специальность, они не были музыкантами. Их профессия, они были не музыканты, но они смогли это сделать. Этот ответ, вот сейчас человек, который правильно ответит, вас удивит. Я была очень удивлена. Скажи, пожалуйста, вот у тебя подрастает сестра. Да. Она еще совсем маленькая, но тем не менее подрастает. Скажи, пожалуйста, ты ответственна за нее? Да. Я знаю, что ты очень ответственная сестра. Ты не просто там ей... косы заплетаешь. Вот когда тебя приглашают на день рождения, берешь ли ты с собой ее? Ну, только если ее приглашают. Я к тому веду, должна ли быть у ребенка, вот такого как ты, который имеет маленьких братьев или сестер, брать право на свою личную жизнь? То есть можешь ли ты, там, допустим, сама сходить без нее куда-то? Или тебе мама всегда говорит, что бери ее с собой? Ну, это смотря куда. Если куда-то ее можно взять, мама, если доверяет туда брать, то я ее с собой беру. Почему? Тебе нравится нянчиться? Ну, мне с ней нравится тоже иногда ходить. То есть тебе с ней комфортно, да? Да. Вы с ней родные души? Да. Она твоя подруга? Да. Да. Хорошо, у нас есть звонок. Ох, сорвался. Итак, наш телефон 356-90. Мы говорим о первой музыкальной школе в городе. Звоните к нам сюда и выигрывайте призы от партнера нашей программы «Планета, одежда, обувь». Насколько я понимаю, у нас есть звонок. Алло, здравствуйте. 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 Представьтесь, пожалуйста. Василенко, Елизавета.
Лиза, скажите мне, пожалуйста, вы занимались когда-нибудь музыкой? Ну, не совсем. Ну, так вот, более-менее. Ну, да, пытался играть на нескольких музыкальных инструментах. Вот видите, вы какая вы умница. А знаете ли вы, где располагалась первая, это вот 50-е годы, первая детская музыкальная школа? Детская. На улице Островского, на лифте больницы номер 8. Я вам скажу больше. Не на месте больницы номер 8, а в больнице номер 8. Больница. Вы удивительная умница. Мне очень хочется, чтобы Ксюша вас, во-первых, похвалила. Поздравляю. Поздравляю. Вы молодец. Мне очень хочется, чтобы вы крикнули «Ура!». Ура! Ну, как-то еще потренироваться. Не бросайте трубочку. Сейчас наши операторы объяснят, когда вы ко мне придете, мы с вами познакомимся, сфотографируемся. Я вручу вам приз от партнера нашей программы, магазина «Планета», «Одежда», «Обувь». Ксюша, огромное спасибо, что ты не просто сама пришла, но ты еще привела с собой сестру. Тебе доверяют мама и с папой, да? У тебя все получается. И мне очень хочется, чтобы приз от партнера нашей программы, магазина «Сорокового», чтобы ты дома посмотрела и сказала, спасибо мне большое. Нравится. Спасибо большое. Вот. А сейчас мы еще раз напомним нашим телезрителям, что телефон прямого эфира 356-90. У нас сейчас остались еще призы. И давайте познакомимся со следующим партнером программы. В магазине «Аллюр» акция. В доме быта по адресу улица Островского, 74. Джеггинсы по 399 рублей. В продаже обновленный ассортимент декоративной косметики. Косметика производства Кореи и Японии. Широкий ассортимент средств личной гигиены и многое другое. Магазин «Аллюр», улица Островского, 74, дом быта, и улица Ленина, 22, торговый центр «Рио». Итак, мы находимся в студии телерадиокомпании «Волна Плюс». Мы работаем в прямом эфире. И моя следующая соведущая Ева. У тебя очень красивое имя. Вот ты сегодня прямо вот такая, прямо, знаешь, совершеннолетняя прямо. Ты в брючках, в шортиках такая прямо. Вот красавица просто. Тебе нравится, как ты выглядишь? Да. Да. Хорошо, давай мы с тобой немножко поболтаем. Вот сейчас к нам позвонит человек, который захочет выиграть приз от партнера нашей программы магазина «Аллюр». Вот держи этот сертификатик, будешь показывать человеку, когда будет звонок, хорошо? Ты будешь добрый ведущий, ладно? Хорошо. Скажи мне, пожалуйста, ты счастливый ребенок? Да. Почему? Потому что у меня есть мама, папа. Что, есть ли у тебя кот или собака? У меня есть только кот. У меня не кот, у меня кошечка. Еще 4 рыбки. Ничего себе. То есть 6 рыбок. Ага. Золотые? 2 золотые. А 2 серебряные, наверное. Нет. А вот 2 сома. А вот 6-я? Я не знаю. Неизвестная еще порода, да, рыбки? Ну, они маленькие. Хорошо. Ну, может быть, они еще малечки совсем? Ну. Ну да, наверное, да? Наверное, малечки. Хорошо. Итак, мы с тобой сейчас будем говорить с человеком, который дозвонится к нам сюда в студию. Обязательно покажешь ему этот сертификатик. А-а-а. Ладно, у нас есть звоночек, насколько понимаю. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Елена, вот сейчас вам Ева покажет этот сертификат. Я думаю, что вы с удовольствием его хотите выиграть. Так? Да. Так, покажи, Ева, крупно вот так вот сертификатик от нашего партнера программы магазина «Аллюр». Итак, скажите мне, пожалуйста, молодец, все, молодец. Мы с тобой сейчас еще поболтаем, но запомни, ты добрый ведущий, хорошо? А я буду задавать вопрос. Вот 79-й год, где вы были, кстати, в 79-м году? Я еще не родилась. Ничего не... Ну, охотно верю, но тем не менее, вы живете в Печоре, так? Да. И мы с вами будем говорить про историю Печоры. Итак, 79-й год. Вы представляете, в нашем городе работало сразу 2 киноклуба. Причем это киноклубы были детские. В них все делали дети. Дети там были киномеханики, кассиры. Они следили, чтобы был порядок. Вот такие 2 киноклуба. Они продавали билеты, они отрывали эти корешочки. Все было по-взрослому. Детских 2 киноклуба. Один назывался «Школьник», ну, соответственно. А второй как назывался?
Это конец 70-х годов. Как вы думаете, как мог называться второй? У вас нет времени думать практически, потому что желающих много. Итак, как назывался второй? Как? Октябрёнок. Нет, к сожалению, не октябрёнок. Очень близко, но не октябрёнок. Ты знаешь, что такие октябрята? Нет. Нет, ты не была никогда октябрёнком? Нет еще? Нет. А хотела бы быть? А кто это такие? Ну, это вот такие вот дети, у которых есть один дедушка. Владимир Ильич. У всех этих детей был один дедушка. У них был такой значочек красивый. Не хотела бы быть? Mm-mm. У тебя свой есть дедушка? Да. Не надо нам чужих, да? Нет. Хорошо. Ну, сейчас позвонит нам кто-то еще из телезрителей, потому что телефон прямого эфира 356-90. Но пока идет звонок, мы с тобой еще поболтаем. Ты сказал, что ты счастливый человек. Ну, а да. А чего тебе еще не хватает, чтобы быть, ну, просто быть самой счастливой девочкой в мире? Вот чего бы тебе вот прямо очень-очень хотелось? Вот тебе вот просто это необходимо. Ну вот, вот если это у тебя будет, ты будешь вот абсолютно счастливой. Что тебе еще нужно? Как ты думаешь? С игрушками все хорошо? С игрушками, да. Да. С чем нехорошо, чего не хватает? Отпуск хочется? Собаки не хватает. Собаки не хватает. А какой собаки? Но они бывают разные. Знаешь, бывают такие маленькие, плюгавенькие. Маленькие. Маленькой. Ты хочешь, может быть, чихуахуа? Йоркширский терьер? Да. Да. Ну что, давай попросим маму, чтобы она как-то, ну, пересмотрела свое отношение к жизни, к детской, и, может быть, нашла возможность такую собаку завести. Но ты пообещай, что ты будешь о ней заботиться, будешь с ней гулять и не дашь ей никому в обиду ее. Обещаешь? Да. А назовешь-то как? Назову. Барсиком. Да. Барсиком? Ну, да. Ну, ты еще подумаешь. Я подумаю. Я просто пошутила, ты еще подумаешь. У нас есть звоночек. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Шулепова Юлия Владимировна. Юля, вот сейчас вам Ева покажет сертификат еще раз. Вот так, покажи крупно. Вы будете его обладателем, если вы правильно ответите на мой вопрос. Итак, как назывался второй киноактер детский? Мы думаем, что юный Ленинец. Вы знаете, вот 79-й год, и вполне логично, что он мог бы так называться, но, к сожалению, нет. Итак, наш телефон 356-90, мы говорим о киноклубе. Ну, мы телерадиокомпания, поэтому вполне логично, что наш вопрос касается кино, киноклуба. Ты любишь ходить в кино? Да. Скажи, пожалуйста, а есть ты, какие в последнее время ты смотрела фильмы, которые ты считаешь, что детям это смотреть нельзя, это вредно? Или ты смотришь только полезные фильмы и мультики? Ну... Полезные бывают. Ты думаешь, что все бесполезные? Ну нет, почему? Некоторые мультики чему-то учат. Угу. Бывает ли такое, что что-то идет по телевизору, а мама говорит, что я бы не хотела, чтобы ты это смотрела. И выключает телевизор. То есть должны ли родители следить за тем, что смотрят их дети по телевизору? Как ты думаешь? Но мне мама обычно, ну, она включает мне все хорошее. Видишь, она какая мама. То есть она следит за тем, что ты смотришь по телевизору, правильно? Да. Правильно. У нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Татьяна. Татьяна. Итак, название второго киноклуба детского. Орленок. Абсолютно верно. Вот мне очень хочется, чтобы по традиции крикнули «Ура!» громко-громко. Ура! Вы кричите, как настоящий орленок. Я вас поздравляю. Приз от партнера нашей программы. Покажи еще раз, Ева. Вот этот сертификат достается именно вам. Не бросайте трубочку. Сейчас наши операторы объяснят, как и когда вы сможете получить этот приз. Итак, мы с тобой, Ева, выяснили, что тебе для полного счастья не хватает собаки. Ну, да. Да. Скажи, пожалуйста, вот если у тебя будет маленький йоркширский терьер, он будет тебя защищать? Но ты все равно собака, правда? Ну,
Да. Да, то защищать тебя будет. А давайте теперь мы узнаем, от чего же, собственно, еще нужно защищать наших детей. Мы сходили в один из детских садов города и выяснили. Давайте посмотрим. Ну, например, от этих собак злых. И еще можно, ну, что мы это, детей не украли там. Не знаю. Детей надо защищать от собак, и чтобы они не потерялись. Если кто-то в беду попадет, всегда должны помочь друзья. Кто-то может упасть или ногу перевернуть. Они сразу же придут и поможут. Ну, вдруг будет вид бандитов, вдруг детей украдут. Ну, я детей дома оставлять одних. Да их хранить сильно. Защищать надо детей всех от бандитов там, а грабителей, напасть враг. Смотри. Детей надо защищать от врагов. Ну, помогать, защищать их от кто на них нападет. На детей могут напасть злые псы. Ребенка нужно защитить, чтобы он не потерялся. А защитить? Я не знаю, как его можно защитить. Можно защищать от пожара, от дыма, от машин. Там может машина забить. Можно потеряться в лесу, там что-то на дороге, там. Может напасть собака. Нельзя разговаривать с чужими людьми на улице. От плохих, плохих людей. От ушибов больных очень. От бродячих собак можно защитить ребенка. Дорогие покупатели, магазин Tom Far вновь радует приятными акциями. Торопитесь обновить гардероб по привлекательным ценам. Одевайтесь выгодно и со вкусом. Ждем вас ежедневно с 10 до 19 часов по адресу улица Булгаковой, 20. Итак, мы с вами снова в прямом эфире. Наш телефон 356-90. И мы сейчас разыгрываем приз, который очень любезно предоставил партнер нашей программы, магазин Tom Far, магазин стильной одежды. Лето завтра. Ребята, мы завтра прямо вот шагнем в лето. Быстро менять свой гардеробчик. Звоните, наш телефон 356-90. Отвечайте на мой вопрос желательно правильно. Даже не желательно, а обязательно. И приз от нашего партнера, этот сертификат, будет именно ваш. У меня сегодня еще одна соведущая, ее очень красиво зовут Юлиана. Ты не Юля, ты Юлиана, так? Да. А вот ты сегодня такая прямо вот красивая, да? Кто ты сегодня? Вот ты сейчас мне рассказывала. Жанна Киса. Жанна Киса. Кто такая Жанна Киса? Это из мультика «Барбоскина». Это та вот киска, которая нравилась кому? Лизе. Лизе. Ну, ты сегодня, в общем, мечта Барбоскиных, так? Да. Юлиан, скажи мне, пожалуйста, вот завтра день защиты дельфинов и детей. Ты знаешь об этом, да? Да. И слонов еще, африканских. Все завтра, да? Да. Ну, потому что дельфины, дети, африканские слоны – это одно и то же. Вот скажи мне, пожалуйста, ты уже взрослый человек, достаточно, ты же в школу идешь осенью уже. Да. Вот. Как ты считаешь, должен ли ребенок быть защищен от неправильной еды? Да. Да, почему? Ты правильно, твоя мама правильно тебе, ты ешь правильную еду? Да. Какую, скажи мне, вот что ты ешь, что должен есть ребенок, и ты ешь это вот? Макароны. Макароны. Манная каша. Угу.
Молочный суп. Это макароны вообще кладезь витаминов и микроэлементов, правда? Конечно, конечно. Итак, наш телефон 356-90. Я доверяю Елеане, мечте Барбоскина, Жанне Кисе, удержать этот сертификатик. Сейчас будет звонить, нам позвонить человек, и мы с ним будем красиво разговаривать, а потом с тобой вернемся к твоему образу, ладно? Ты все знаешь про здоровое питание. Да, вот мы, ты нас проконсультируешь. У нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Надежда Михайловна. Надежда Михайловна. Здоровайся, здоровайся. Здравствуйте. Здравствуйте. Елена тоже с вами, моя помощница, тоже с вами здоровается. Я с огромным удовольствием, Надежда Михайловна, вручу приз от партнера нашей программы магазина Tom Farr, если вы мне скажете, ответите на такой вопрос. Вот в этом году состоялся первый весенний шахматный турнир на призы газеты «Волна». Он так называется, весенний турнир на призы, шахматный турнир на призы газеты «Волна». Вот скажите мне, пожалуйста, кто стал его победителем? Я не устаю повторять, это уникальный мальчик, это мальчик. Кто стал победителем первого весеннего шахматного турнира на призы газеты «Волна»? Это чего, имя его надо? Да, конечно, хотя бы имя, фамилию, вот хотя бы имя. Ваня. Нет, я думаю, что какой-нибудь Ваня обязательно выиграет в следующем году, если этот мальчик, которого я имею в виду, ему это позволит. Итак, наш телефон 356-90, у меня в студии моя помощница Юлиана. Твоя мама ведет здоровый образ жизни. Да? И ты знаешь все про здоровый образ жизни. Да. Скажи, пожалуйста, должна ли быть у детей право, возможность заниматься спортом? Ты спортсменка? Да. Да. Что ты умеешь делать? Рисовать. Нет, в спорте. Вот как ты занимаешься спортом? Расскажи. Ну, чтобы быть в такой форме, ты должна заниматься спортом. Шагаю. Шагаю. На беговой дорожке. На беговой дорожке шагаешь? Да. Боже мой, звоните в опеку, будем ребенка из семьи забирать. Что ты еще умеешь делать? На лыжах. На лыжах. Что еще? Это в спортзале на лыжах. Да. Так ребенка не отдадим. Ребенок нужен самим, потому что... Это ж кто ж тебя на лыжи-то? Мама тебя ставит? Да. А планку держишь? Да. И пресс качаешь? Да. Ну-ка дай-ка потрогаю. Ужас, каменный просто. Ну ты красавица. У нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я жду ваш ответ. Я что, это Евгений Семяшкин? Вы знаете, с огромным уважением отношусь к Евгению Васильевичу, но в данном случае он не был участником. Он был главным организатором, главным судьей, но он не был победителем. Итак, наш телефон 356-90. В гостях у меня Юлиана, которая знает все про здоровый образ жизни, так? Да. Тебе мама рассказывает, да? Да. Ну, ты и сама знаешь. Которая нам объяснила, что надо есть полезную еду, чтобы надо заниматься спортом. Скажи, пожалуйста, как часто ребенок должен заниматься спортом, физкультурой, чтобы быть здоровым? Каждый день? Каждый день. Ты это делаешь каждый день? Да. И тебе это нравится? Угу. Почему? Я повторяю, потому что за тетеньками она на тот тренажер, а я на этот. На тот, на этот. По очереди на одном тренажере. Ты как взрослый тетеньки так же пашешь, бедный ребенок. Да? Пока она отдыхает, я делаю. Да. Ужас какой-то. Ну смотри, какой результат. Ты же красавица. Так? А когда ты вырастешь, ты хочешь быть красавицей? Да. И поэтому ты так живешь сейчас, да? Да. Молодец. У нас есть звоночек. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Как вас зовут? Катерина. Хорошо. Итак, я жду ваш ответ. Победила Яна. Девочка Яна. Ну, я не могу сейчас вам сказать, участвовала ли девушка с таким именем, но она не стала победительницей. К большому сожалению, немножко потренируется, может, в следующем году. Это мальчик. Мальчик, я считаю, гениальный. Он выиграл турнир с легкостью.
Итак, только имя, и мне этого будет вполне достаточно. Мы с тобой сегодня говорим о том, что завтра день защиты детей. Давай, ручку можешь опустить, тебе тяжело, наверное, да, так держать? Или ты уже натренирован? У тебя есть мышцы? Только покажи. Ого, ну я думаю, что ты все у тебя получится. Скажи, пожалуйста, ты счастливая девочка? Да. Почему? Потому что о мне мама заботится, брат и Саша. Все о тебе заботятся? Да. То есть ты считаешь, что когда о ребенке заботятся, он счастливее? Да. Да. А что тебе нужно, вот еще вот что-нибудь такое, чтобы ты сказала, что ну все, я вот теперь я абсолютно счастливая. Чего тебе вот не хватает для счастья, для вот абсолютного счастья? Ведь каждому по-разному, согласись, да? Кому-то какой-то игрушки, кому-то какого-то отпуска. Тебе что нужно? Отпуск. Отпуск тебе нужен? Да. А ты чего такая черненькая? Может, ты недавно из отпуска приехала или маловато оказалось? Маловато 10 дней. Я считаю, что это просто преступление 10 дней отпуска. Отпуск должен быть 30 дней. Нет, 60. Так? Да. И тогда ребенок будет счастливым. У нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Мария. Мария, вот сейчас у моей соведущей мы покажем, покажи человеку. Ага, покажи Маше. Вот, это вот так вот покажи. Вот, вы играть можете, если правильно ответите. Итак, имя мальчика, который, я уже ну, все подсказала. Это, ну, я считаю, это гениальный мальчик, который стал А фамилию может уже на всякий случай? Чежин, по-моему. Абсолютно верно. Павел Чежин – это мальчик, который стал первым победителем первого весеннего шахматного турнира на призы еженедельника «Волна». Вы огромная умница. Я думаю, что Павел Чежин, когда одержал в своей жизни 100-500-ю победу, не кричал «Ура!», но от вас требую. Ура! Хорошо, но надо потренироваться. Не бросайте трубочку. Сейчас наши операторы объяснят, как... И когда вы ко мне придете, мы с вами сфотографируемся, и я вручу вам приз. Не бросайте трубочку. Видишь, какая умница, да, Маша? Да. Итак, мы с тобой выяснили, что тебе нужно, чтобы быть абсолютно счастливым, тебе нужно 60 дней отпуска. Да. А где? В Турции. В Турции, хорошо. Да. А что еще? Что вот тебе? Вот ты красавица, да? Ты умница, ты идешь в школу, потому что... Ты ведешь здоровый образ жизни. Ты приехала из отпуска. Ну все, при тебе вроде бы полное счастье. А что еще, кроме отпуска, тебе нужно? Вот, может быть, что-то такое маленькое или что-то большое, чтобы ты сказала, я счастливая девушка. Любви от моей мамы. Любви? Да. Ну это же есть у тебя. Значит, ты абсолютно счастливая? Ну да. Ну да. Ну, я тебя поздравляю, ты абсолютно счастливый человек. Итак, наш телефон 356-90, у нас еще остались призы. Я с огромным удовольствием вручаю умнице, которая идет в школу, красавице, которая ведет здоровый образ жизни, ест очень полезные, полные витаминов макароны. И что еще сказал? Манную кашу. Вручаю приз от партнера нашей программы, от магазина 40-го. Вот такой нежненький. Ты дома обязательно с мамой посмотришь, хорошо? Хорошо. Сейчас не бросайте трубочку. У нас еще есть призы. Давайте мы познакомимся со следующим партнером программы. Встречаем лето с магазином «Ирбис». Большое поступление детских, подростковых и женских купальников до 74 размера. В наличии дизайнерская одежда, платья, юбки, джемперы до 60 размера. Акция «Скидки на кожаные куртки от 20%». Пальто и плащи прошлых сезонов по цене от 1000 рублей. Торопитесь в «Ирбис». Улица Социалистическая, 60 и торговый центр «Рио», улица Ленина, 22. Итак, мы с вами снова в студии телерадиокомпании «Волна Плюс». И у меня мой гость Артём. Артём очень взрослый человек, достаточно взрослый человек. Он уже перешел в 5 класс, так? Да. Да. Ну, абсолютно взрослый человек, так что и говорить мы с ним будем на серьезные темы. Не хрусти суставами, ненавижу этот звук. Итак, приз от партнера нашего программы, магазина «Ирбиса», подарочный сертификат достанется тому человеку, который позвонит к нам сюда в студию по телефону 356-90, ну и правильно ответит на мой, ну, может быть, на мой не самый легкий вопрос. Артём, ты взрослый. Да. Ну, ты, ну, не лялька, по крайней мере, да? Ну, да. Ты уже можешь отвечать за свои поступки. Да. Ты... Абсолютно, как бы сказать, ответственный человек. Да. Да, ты многое что в жизни можешь, ты многое что в жизни прошел, повидал. Да. Да.
Вот скажи мне, пожалуйста, вот завтра день защиты детей. Вот сейчас мне кажется, что очень важная тема, что ребенка надо защищать не только вот от хулиганов, не только там, допустим, от каких-то там бродячих собак, но и от интернета. Да. Вот скажи, пожалуйста, как ты думаешь, есть ли, вот на какие, как должны родители следить за тем, чтобы ребенок не посещал какие-то, не читал какую-то ненужную информацию? Как это, надо, как это должно происходить? Ну, можно поставить там вот в интернете родительский контроль, чтобы он не заходил на какие-то сайты и не читал ненужную информацию. А что такое родительский контроль? Родительский контроль – это программа такая, которая запрещает доступ к некоторым сайтам и приложениям. А ты знаешь, как обойти родительский контроль? Его нет. Ну, пока не знаю. Там пароль ставится, и если ты отгадаешь пароль, то свободный доступ в интернет. А ты пробовал отгадывать пароль? Нет, у меня не ставили. То есть тебе мама доверяет? Да, у меня свободный доступ. Хорошо. Интернет. Сейчас мы с тобой поговорим с человеком. Я попрошу тебя помочь мне держать этот сертификат от партнера нашей программы магазина «Ирбис». Мы еще вернемся к этой важной теме, но у нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Наталья. Наталья, мой вопрос сегодня подальше от телевизора, потому что у меня возникает ощущение легкой шизофрении. Я везде. И тут я, и там, и там, и там. Вот, сейчас все нормально, вы меня вылечили. Итак, мой вопрос звучит так. На базе школы-интерната номер 8 в 80-х годах был создан детский оркестр народных инструментов. Хороший классический детский оркестр народных инструментов. Более того, через несколько лет он на международном фестивале занял первое место. Кто был его организатором и дирижером? Практически, это человек вот от первой до последней ноты, это его заслуга. Кто его создал? Классический детский оркестр народных инструментов. Ваш ответ. Не знаю, правда, я не знаю. Ну ничего страшного, какие там ваши годы, сейчас узнаете. Итак, наш телефон 35690. Мы разыгрываем приз от партнера нашей программы магазина «Ирбис». Немножко не вот так вот опусти, хорошо. Тём, мы с тобой возвращаемся к серьезнейшей теме. На какие, как ты считаешь, на какие сайты детям нельзя ходить? Ну, казино сайты, которые предлагают рекламу, чтобы и дают бонусный приз. Если ты один раз крутишь рулетку, этого делать нельзя, потому что из-за этих сайтов может поломаться компьютер или устройство, с которого ты посетил этот сайт. Откуда ты знаешь? Я... А ты так подробно все знаешь? Мне друзья об этом говорили, ну и сам он находил информацию в интернете, ну и сам делал себе. И как, поломал компьютер? Нет. Опусти ручку. Хорошо. Ну какие еще? Ну, казино хорошо. Какие еще сайты нельзя детям? Которые предлагают рекламу. Ну нет, не рекламу, а что-то получить бесплатно. И тебя просят ввести какие-то свои данные. Этого делать нельзя, потому что могут все узнать о тебе. И что? И сделать что-то плохое. Плохое. У меня такого еще не было. Хорошо. Скажи, пожалуйста, знаешь ли ты, что есть такие сайты, такие группы, которые даже могут детей подвигнуть на самоубийство? Да. Ты слышал об этом? Да. Синий кит, они по-разному называют. Как детям не попасть в эти сети? Им лучше просто сидеть на тех сайтах, которые разрешают родители, и больше никуда, потому что вот множество таких групп есть. Ты опасаешься туда ходить? Да, да. Ты абсолютно, так сказать, разумный человек. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Бакаева Раиса Ивановна. Раиса Ивановна, немножко погромче, если можно, хорошо? Хорошо. Хорошо. Скажите, пожалуйста, итак, имя человека. Я считаю, что это гениальный человек, который создал первый детский оркестр русских народных инструментов. Иконников. Нет, к сожалению, с огромным пиететом и уважением отношусь к Анатолию Ивановичу Иконнику, но это не он. Итак, мы сейчас с вами говорим про первый оркестр детский народных инструментов. В классическом его понимании. Он был создан на базе интерната номер 8. Более того, через несколько лет он занял первое место на международном фестивале. Вам нужно назвать имя человека, который его создал. Хорошо, Тём, завтра день защиты дельфинов и детей. Да, ты знаешь об этом, да? Послезавтра день защиты африканских слонов, а еще через 2 дня день защиты мартышек. Ну, как-то так. Хорошо, мы с тобой сегодня говорим на серьезнейшую тему, как защитить ребенка в интернете.
Скажи, пожалуйста, должны ли родители, вот как родители могут проследить, вот четко знать, на каких, какие игры играет его ребенок, или какие он сайты посещает? Как это, вот кроме программы «Родительский контроль», как это должно происходить? В браузере есть такая вкладка, как «Истории». Через них родители могут посмотреть, на какие сайты заходил их ребенок. Тёма, ты очень прошаренный. Я тобой горжусь. Ты очень технически подкованный. У нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представься, пожалуйста. Алло. Да-да-да, слушаю вас. Представься, пожалуйста. Здравствуйте. Никифоров, человека зовут, который создал детский оркестр. Я угадала, нет? Нет, к сожалению, нет. Тоже прекрасный музыкант, но, к сожалению, нет. Итак, я хочу услышать имя человека. Оно очень известно в нашем городе. Этот человек на базе 8-го интерната создал первый классический детский оркестр русских народных инструментов. Блестящий коллектив. Просто блестящий. У нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Людмила. Людмила. Мой гость Артем держит в руках сертификат от магазина «Ирбис», от партнера нашей программы. Я с удовольствием вручу вам его, если вы назовете имя этого, ну, без преувеличения, гениального человека. Ой, а можно фамилию? По-моему, у него Артея фамилия, нет? Нет, к сожалению, нет. У него очень красивая такая звучная фамилия. Хорошо, Тёма, мы с тобой продолжаем разговаривать, а... о безопасности. Ты о безопасности в сети, в интернете. Ты об этом знаешь все. Помимо того, что в какие игры вообще можно детям играть? Вот что бы ты посоветовал? Допустим, ну, допустим, первый, второй, третий класс. Вот в эти игры играть можно. Ну, для первого, второго, третьего класса я даже не знаю. Ни в какие нельзя? Нет, можно, но я даже не встречаю такие. Не знаю такие. Не советуешь? Вообще, с какого класса детям можно играть в компьютерные игры? Наверное, с классов третьего, второго. Второго, третьего? Да. И тем, кто дошкаленок, детсадовец, нельзя? Ну, если... Ну, нежелательно. Почему? Ну, потому что он потом станет взрослый... Ну, когда станет старше, он будет зависим от них. От этих игр? Да. Хорошо. Так, еще вернемся. У нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Екатерина, ваш ответ. Бродацкий. Абсолютно верно. Евгений Бродацкий, вы абсолютно правильно. Я считаю, что это гениальный человек. Не имея практически ни хорошей материальной базы, не имея, так сказать, детей, которые знают нотную грамоту, он создал этот коллектив и отточил его за несколько лет до блестящего состояния. Я очень хочу, чтобы вы громко-громко крикнули «Ура!». Ура! Ну, как-то кричите вы. Вот не готовы вы, честно говоря. Я поздравляю вас, тем не менее, не бросайте трубочку. Сейчас наш оператор объяснит, когда и где мы с вами встретимся. Обязательно сфотографируемся, чтобы осталось это все на память. Тёма, я так думаю, что я сегодня получила неплохие от тебя знания. Не только я, но и многие родители нашего города. Ты нам подсказал много таких компьютерных фишек, о которых мы не знали, но которые нам помогут. Давай я сюда возьму, чтобы ты, как, так сказать, не был таким напряженным. Какой ты можешь дать такой совет родителям, чтобы вот главный совет, чтобы обезопасить детей в сети? Надо лучше смотреть, на какие сайты заходят дети, и вот ставить на те сайты родительский контроль. То есть ты советуешь все-таки родительский контроль. Да. Огромное спасибо за то, что ты не просто пришел, но ты дал нам массу полезной информации сегодня. Я с огромным удовольствием дарю тебе приз от партнера нашей программы. Дома посмотришь, и поверь мне, то, что находится там, это гораздо интереснее, чем то, что находится в интернете. Поверь мне. Поздравляю тебя. Спасибо тебе. Я от всей души благодарю всех детей, которые пришли ко мне сегодня на программу, которые были сегодня добрыми ведущими. Не знаю, как у меня получилось быть злой ведущей, но быть добрыми у них получилось. Огромное вам спасибо. Я всех вас поздравляю с завтрашним праздником. Завтра, тетя Тёма, профессиональный праздник. День защиты детей и дельфинов. Хорошо? Да. Все, ты это запомнишь. И огромное спасибо нашему генеральному партнеру магазина «Сороковой» за то, что вы всем сегодняшним гостям предоставили эти отличные подарки. Ну, а детей я завтра всех приглашаю на площадь юбилейную, в досуг, в ДКЖ, то есть во все культурные учреждения нашего города, и очень надеюсь, что завтрашний день вы проведете очень хорошо. Всего вам самого доброго!